Министерство обороны Азербайджана сообщает о новой провокации армянских незаконных вооруженных формирований. Согласно сообщению азербайджанского военного ведомства, с 19 часов 45 минут 10 марта до 8 часов 35 минут 11 марта позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу с разных направлений. Так, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Физулинского, Хаджавенского, Агдамского и Хаджалинского районов. Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Заркент, Ашаг и Шорджа, Азизли Басаркичарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Елиджа, Бармак, Бина и Юхары-Айрым Кельбаджарского района. Минобороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильная. Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделения азербайджанской армии, говорится в сообщении Минобороны. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.